Сегодня готовим черничный тирамису на скорую руку. Добавляем в легкий сливочный сыр щепотку ванильного сахара, сахарную пудру по вкусу и столовую ложку какао. Хорошо перемешиваем до нежного шоколадного оттенка. Для подачи десерта возьмем прозрачный бокал и выложим в него половину сливочного крема. В крепкий остывший кофе на пару секунд опускаем бисквитное печенье «Савоярди» и кладем его в бокал. Сверху добавляем пару ложек густого черничного джема и закрываем кремом. Украшаем десерт взбитыми сливками, какао и свежими ягодами. Подаем охлажденным. Приятного аппетита!